Татьяна Буланова оказалась в центре громкого скандала. Теперь певице приходится отбиваться от тех, кто не согласен с ее высказыванием о жертвах сексуальных домогательств. Звезда 90-х поразила коллег и поклонников, высказав свою точку зрения о тех, кто столкнулся с харассментом. Буланова, назвавшая всех, кто пережил приставание продюсеров и более влиятельных коллег по цеху, проститутками и предложившая им помалкивать, никак не ожидала ответной атаки. Резче всего на спорное заявление певицы отреагировала ведущая Дана Борисова. Звезда армейского магазина обрушилась на Буланову с оскорблениями, назвав ее некрасивой глупой бабой, у которой деревня в голове. Помимо этого теледива припомнила и темное прошлое артистки. По ее словам, в 90-е годы исполнительница хита «Ясный мой свет» меняла бандитов как перчатки и буквально кочевала по рукам влиятельных в преступном мире людей. Эти факты Буланова предпочитает не комментировать. Девушка странная заявила, что, возможно, я не так внешне выгляжу хорошо, что ко мне никто не приставал. Не знаю, честно говоря. Тетя неадекватная, не буду говорить, кто. Плевала я на все это, заявила собеседнику певица. Тем не менее, заслуженная артистка России решила еще раз пояснить, что именно она имела в виду, рассуждая о сексуальных домогательствах и откровенных признаниях звезд. Нельзя никогда продаваться. Честь и достоинство должны быть превыше всего. Я не придерживаюсь правила, что добиваться своей цели нужно всеми способами. При этом я не называла женщин, столкнувшимися с сексуальными домогательствами, нехорошим словом. Я имела в виду, если такая история произошла, то спустя 20 лет незачем вспоминать, кто и кого домогался, объяснила свою позицию Татьяна Буланова.